что там много витамин. А, П, С, Е. Молоко зубы там лечит, ну потому что оно такое же белое, как и зубы. Ну, еще оно полезное. Ну, с медом и с таким прополисом оно полезное. Оно кашель удаляет. Будешь здоровым от молока с медом и с этим прополисом. У моей мамы есть прополис, и она, когда у меня аж хриплый кашель, дает мне молоко с прополисом. Молоко полезно тем, что там много витаминов, и само оно полезное. Там само молоко может быть кончится срок годности у продуктов, и оно будет неполезным. От теплого молока можно вылечить горло, а от холодного можно заболеть. Потому что там есть такие полезные витамины, что они укрепляют кости, и появляется сила, и ты быстрее растешь, и укрепляются еще мышцы. Но старым людям молоко уже не полезно, потому что оно его уже не перерабатывает.